что внутри PMN-4 или очумелые три пальца, как мы назовем. Вот PMN-4 не предназначена для разборки, вообще, в отличие от PMN-2, которая установлена вся на резьбовых соединениях. Вот, ну, как бы, непонятно для чего, только, по сути, для изучения конструктива, как бы, это производится, потому что разбирать для каких-либо ловушек PMN-4 нецелесообразно, ибо места там мало, ну, в общем, не используется. Даже PMN-2 в этом плане тоже очень плохие. Итак, мы имеем запрессованный корпус. Чека инициации механизма дальнего заведения с вот таким вот тросиком. Вот, чтобы получить доступ к внутренностям, производится, ну, расковыривание вот этой части для того, чтобы снять нижнюю ее крышку. И получается такая картинка, тут прокладка и такой кольцевой заряд из прессованного тросила. Вот он, ну, просто уже разбитый. Вот. Датчик цели PMN-4, он существенно отличается. Он, в отличие от PMN-2, центральная его часть, она является мертвой зоной. Ему необходимо наклон сделать ей, ну, в одну из сторон. Ну, в этом плане даже увеличили точку датчика цели. Потому что у человека нога же, она не вот такое пятно. И вот зацепится вот таким вот, или таким вот образом, это что-то будет. Вот. Тут она посажена вот такая, как бы, ну, запрессованная шайбочка на него. И вот так. Получили доступ, да. Выковырили взрывчатое вещество, чтобы минимизировать последствия. После там вскрытия верхнего слоя, да, то есть убор промежуточных, то есть именно раскапывание для получения доступа, снимается вот эта вот шайба, датчик цели, крышка, вот она, и получаем доступ ко всему устройству. Вот. Сейчас я на это опять не буду делать. Вот. Получили доступ. Тут находится движок. А, ну или хотя. Вот. Сейчас у нас. Вот. Вот это промежуточный детонатор. Вот такая вот шашечка тетрила. Вот. Это промежуточный детонатор, который инициирует уже основной кольцевой заряд. И все у нее реализовано в данном узле. Вот тут идет просто промежуточная резиновая вставочка. Вот она вот такая вот, через которую идет металлический тросик. Тросик накручен вот здесь на вот эту втулочку. На вот эту вот втулку. И когда происходит снятие, там, давайте-ка уже на разобранной, там есть здесь резьба. И получается вот эта вот крышечка накручена на эту резьбу и удерживает шток. Шток. Когда мы выдернули тросик, вот эта вот крышка поднялась и разблокировала ось хода, ну, предохранительного механизма. Вот, он, в принципе, похож по принципу действия на МУФ-4, то есть там вроде как должен использоваться каучук, то есть, ну, или что-то подобное, которое, ну, замедляет его движение наверх, да. Для чего это надо? Мы вот сейчас на основе разобранного произведем имитацию. Где у нас основной блокиратор? Вот тут этот шток, сейчас он втянутый, да, на голове он будет тут препятствовать. Тут находится
вот такая вот конструкция, которая удерживает весь этот механизм. И получается, вот здесь пружинка, вот эта вот, она давит на движок с капсулей. И вот эта вот маленькая пружинка, вот которая здесь, она давит на ударник. И капсуль не находится напротив ударника, потому что его удерживает вот этот флажочек. А этот флажочек подпружиненный, ну не подпружиненный, а он потому что этот подпружинен движок и давит на него, а он упирается в ось. И когда ось ушла, у нас движок становится напротив ударника, а ударник подпружиненный упирается в центральную втулку. Теперь я убираю этот движок, то есть вот эта ось, механизм дальневозведения его удерживает. То есть когда этот штырь втянулся, ось, движок встал, ударник пошел вперед и уткнулся вот в такую конструкцию. И так как мы говорили, то что у нее центр мертвая зона, ей необходимо приподнятие данного датчика цели. И получается так, когда вот датчик цели вот тут в этой шайбой приподнимается, он подпружиненный, и он приподнимается, и ударник под действием пружины производит накалывание капсуля на движке. А капсуль на движке, вот он, видите, так убран, так он встает напротив промежуточного детонатора. Убран, встал напротив. И инициация капсуля ударником инициирует промежуточную шашечку промежуточного заряда. Подрыв промежуточного заряда и инициирует основной кольцевой заряд. Вот такой интересный конструктив мины ПМН-4 на, так сказать, боевых примерах. Вот. Так что, ребята, победа будет за нами, враг будет разбит. Да, друзья наши саперы? Точно. Ну все, друзья, берегите себя.